С каждым годом в наших машинах появляется все больше электронных помощников. Антирадары, видеорегистраторы, навигаторы, противоугонные системы. Но до сих пор не было приспособления, которое предоставляет в понятном виде информацию о состоянии автомобиля и позволяет удаленно контролировать его местоположение. Мы решили свести функции разных устройств в одну удобную систему, которая состоит из мобильного приложения WayJournal и диагностического модуля OBD WayJournal. Подсоедините блок OBD WayJournal к разъему под рулем автомобиля и следуйте простым инструкциям на экране. Теперь на ваш смартфон будет поступать вся информация о состоянии вашей машины, где бы вы ни находились. В пути WayJournal заменит вам навигатор, видеорегистратор и антирадар. WayJournal проложит оптимальный маршрут с учетом пробок и дорожных происшествий, предупредит о постах полиции, камерах и радарах на дороге. Раньше, когда на приборной панели вдруг загоралась лампочка индикации неисправности, нам оставалось только догадываться, что именно не в порядке. Теперь все просто. Откройте WayJournal, и вы увидите описание дефекта и варианты его устранения. В некоторых случаях проблему можно решить на месте самостоятельно и сэкономить на поездке к механику. При обращении в автосервис вы будете точно знать, что необходимо ремонтировать. Недобросовестные механики больше не смогут навязать вам лишние услуги. Бортовой журнал хранит историю поездок, маршруты, скорость, расход топлива. Приложение изучает ваш стиль вождения и начисляет баллы за аккуратную и безопасную езду. Зарабатывайте баллы и получите скидку на страховой полис КАСКО в одной из страховых компаний, с которыми мы сотрудничаем. WayJournal предупредит вас об эвакуации или взломе. Модуль OBD отслеживает положение и угол наклона автомобиля и передает тревожное оповещение на ваш смартфон, если они изменяются. WayJournal мгновенно предупредит вас об опасности эвакуации. Приложение также поможет предотвратить и угон. При срабатывании сигнализации WayJournal посылает сигнал в охранную организацию, и на место выезжает группа быстрого реагирования. Приложение запоминает место парковки, поэтому вы легко сможете найти свою машину. Функция удаленного контроля будет полезна и тем, кто одолжил свой автомобиль, ведь с ее помощью можно контролировать не только перемещение, но и безопасность езды. Замените громоздкие устройства своим смартфоном. Позвольте себе быть свободным. Наслаждайтесь вождением, а об автомобиле позаботится WayJournal. Оставьте свою заявку на нашем сайте или просто позвоните нам.